пару дней, снега нету. Кто это? Помаши ручкой. Меня что снимаешь? Нет, я не тебя снимаю, жопу твою. Помаши ручкой. Скажи привет всем. Привет. Ставьте лайки. Я не люблю снимать. Ну покажи лайк, как лайк выглядит. Нет, не сердечко, а лайк. О, лайк, не могу запомнить никак. Идем мы с Женей на набережную гулять. Трава, уже снег почти. А какое сегодня число? По-моему, четвертое. Четвертое? Вроде, да. А я с утра всем сказала, что сегодня третье. Посмотри, как мы с ним. А может третье, четвертое. А может третье. А вот тут помойка. А может четвертое, может пятое, шестое? Четвертое. Четвертое? Так у нас четвертое сегодня с вами с утра. С утра у нас было с вами третье, в обед у нас четвертое, а вечером будет пятое. Наверное. Ну да, правильно, вечером пятое. Все верно. По-другому быть не может. Лужи большие. А, лужа. А там еще лужа одна есть. Она, наверное, это глубокая. Ну, она глубокая. Она глубокая. Ай, машина, стоп. Она смотрит, даже не останавливается. Здесь. Хотя зебра, кстати. Идут вон. Она прям пронеслась. И даже не думала. Проспект Ленина. А он смотрит по-английски, написано «Проспект Ленина». Мне русский будет читать «Проспект Ленина». Ах, вах, девушка. Какой девушка красивый. Девушка, познакомимся с вами? Ах, какой персик. А? Коза. Козочка. Коза. Коза. Ну, что ты меня снимаешь? Ну, ты никак не откликаешься даже. Козюка. Как была козой всю жизнь, так и осталась козой. Подыграл бы хоть. Как коза разговаривает? Ну как? Ну, скажи, ну, скажи, ну, скажи. Ну, не хочу. Ну, давай, ну, давай. Бе. Ну, не так, ты же не так показывал мне. Не ну, хочу. Покажи. Ну, покажи, ну, один раз. Бяша. Бяша, бяша. Ой, там лужа была большая. Она глубокая, по-моему, была. И мягкая, кстати. Жалко, что на тебя не попала. Было бы очень весело. А тут закрыто. А тут... Слушай, а тут еще строится. Нет, тут даже не строится, а тут... Сломал. Там сломано здание. Он давно ведь закрытый. Я, сколько помню, он всегда синий был. Разрушен. О, вот тут хорошая лужа. Ты что, куда бежишь? Лужа. Лужа. Вот 4 минуты. Вот как надо с вами разговаривать. Уже 4 минуты. Затягивается в итоге ролик. О, смотрите, опять эта лошадка с крыльями. Они, наверное, праздники делают. Подожди. Кадр мне не надо попадать. Красивая лошадка. Единорожки. Да, по-моему, я ее видела. Только с ней была другая хозяйка. Представляешь, какой спектакль они делали? Классно. Какие-то праздники. Классно. А по-моему, это пони разве была? Она большая. Пони, они же меньше, это средняя. Это, наверное, молоденькая. Праздники какие-то устраивают. Девушка симпатичная. А в прошлый раз была другая девушка, она не такая симпатичная была. Такая зеленая.